Баку и Анкара уверенно смотрят в будущее, придерживаясь принципа «один народ, два государства». Турция гордится успехами Азербайджана, подчеркнул председатель комиссии по внешним связям турецкого парламента на встрече с азербайджанскими парламентариями. Акиф Чагатай Кылынч напомнил, что исполняется 5 лет со дня попытки переворота 15 июля 2016 года. По его словам, сегодня в парламенте состоится памятное мероприятие по случаю 15 июля, Дня демократии и национального единства, с участием президента Турции Раджеба Тайба Эрдогана, спикера парламента Мустафы Шентопа, а также парламентской делегации Азербайджана.